Флаг фестиваля молодежи развивается над столицей Узбекистана. Юноши и девушки Ташкента и Ферганы, Андижана и Бухары собрались на республиканский фестиваль. Всюду красочные костюмы, музыка, танцы. Хлопок – богатство узбекского народа. И не случайно хлопковые коробочки молодежь избрала эмблемой национального фестиваля. В этот день узбекская молодежь показала свое стремление к миру и дружбе между народами всех стран. До позднего вечера продолжался карнавал на улицах Ташкента.